Собираясь в путешествие, любой фотограф задумывается, что взять с собой в поездку. Все свое оборудование. По минимуму. Каков он этот минимум? Собираясь снимать на знакомой локации, фотограф знает, что ему пригодится. Отправляясь в новые места, за новыми впечатлениями и новыми кадрами, только догадывается. Мы расскажем о том, какие эффектные сюжеты можно снять в путешествии и что для этого понадобится, как все это эффективно упаковать и рационально использовать. В наших уроках мы рассмотрим такие темы, как пейзаж, портрет, городские сюжеты, съемка со штативом, фотофильтры, использование вспышки, сложные погодные условия и необходимые фотоаксессуары.